На совещании были рассмотрены темы выполнения плановых прогнозных значений, установленных ФССП России, и статистические данные за год по выявлению административных нарушений и уголовных дел. По республике у нас в этом году поступило на 229 тысяч производств больше, ну и окончено у нас 29 тысяч больше, чем в прошлом году. То есть, в принципе, у нас идет динамика положительная, идет рост окончания план производств. У нас она выше среднероссийского уровня, то есть мы, Республика Башкортостан, управление работает лучше, чем в среднем по России. Специалисты службы управления судебных приставов посетили Кумертауский филиал с целью проверки выполнения указанных показателей, а также для оказания практической и методической помощи сотрудникам отдела, совместного изучения нормативных документов, поступивших в аппарат управления. По статистике, Кумертауский городской отдел в среднем показатели у нас за 8 месяцев, потому что 9 месяцев у нас еще не закончились. По основным показателям он выполнил. Значит, а также, значит, те показатели и те указания руководителя, которые были направлены и даны в течение 2016 года, значит, в основном они у нас выполняются, в том числе и Кумертауским районным отделом. В завершении встречи были обсуждены варианты устранения недостатков, выявленных в рамках проведенной проверки. Главный судебный пристав Зариф Буйгускаров, являющийся также депутатом Государственной Думы от Башкортостана, планирует не только помочь улучшить систему работы службы судебных приставов, но также принять активное участие в социальной деятельности других городских сфер. Имеется указ президента Российской Федерации о праздновании столетия образования Башкирской автономной Советской Советской Республики. И к этому так и знаменательной дате приручено построение объектов. Я обращался к руководству Республики Башкортостан, чтобы помочь городу Кумертау построить детский сад в поселке Маячном на 150 мест, почти на 100 миллионов рублей. Ну и было получено, в общем, одобрение, что данный вопрос будет решен, будет оказана помощь городу Кумертау в строительстве данного детского сада. Я думаю, что это будет такая большая помощь городу Кумертау и его жителям, если это будет такой детский сад современный. Гульназ Филатов, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис».